Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о неудачной попытке госпереворота. По его словам, ее пытались устроить оппозиционеры под прикрытием антиправительственного митинга. Выступая перед своими сторонниками, Мадуро рассказал, что полиция обнаружила рядом с президентским дворцом лагерь наемников из Колумбии. Они должны были сыграть роль провокаторов во время шествия оппозиции. При себе они имели оружие и несколько самодельных бомб. Во время допроса стало известно, что их координировал и некоторые политики из ближайшего президентского окружения. Мадуро назвал их предателями и пообещал им суровое наказание. Мы предотвратили попытку переворота. Мы не дали заговорщикам превратить Венесуэлу и Каракас в поле боя. Путчисты потерпели поражение и спрятались. И я надеюсь, у них больше не хватит смелости на новую попытку.